Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом видео я покажу десятку лучших смартфонов для детей. Надеюсь, вам понравится. Если что-то заинтересует, проверить технические детали или уточнить сегодняшние цены, поискать скидки на телефоны из этого топа можно в описании видео. Там я добавила пару полезных ссылок. Самый практичный смартфон в нашей сегодняшней подборке – это Poco M4 Pro 5G. При невероятно доступной цене он обладает просто офигительными характеристиками. Топовый бюджетник Xiaomi получил стереодинамики, турбозарядку мощностью 33 Вт, плавный 90-герцовый IPS-экран и кучу других ништяков. Нафарширован по полной программе. Кроме того, он очень шустрый благодаря процессору Dimensity 810. Поэтому, если ваш ребенок любит поиграть, Poco M4 Pro 5G его или ее ни капельки не разочарует. Отмечу, что есть еще версия M4 Pro 4G, но там процессор послабее. Не советую. Напоминаю, что если вы недавно попали на наш канал, обязательно подписывайтесь и тыкайте в колокольчик, потому что команда современных родителей регулярно выкладывает интересные топы и обзоры. За аналогичные деньги также продается Redmi Note 11 NFC. Сразу скажу, что этот телефон привлек внимание более компактными габаритами. Он заметно тоньше и легче, чем Poco. Ну, насколько это возможно сейчас. В эпоху лопатофонов каждый миллиметр на счету. Следующее достоинство Redmi Note 11 – это яркий красочный AMOLED-экран и геймерский процессор Snapdragon 680. Слышала, что многие хвалят марку Snapdragon, однако я не поленилась, сама сравнила и Вантуту, например, M4 Pro 5G набрал на 100 тысяч больше очков, но Redmi все равно классный. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь писать комментарии, например, проголосуйте за лучший телефон из этого видео и посоветуйте свой вариант. Среди Samsung'ов самым крутым мне показался Galaxy A33 5G. У него тоже удобный размер, шикарнейший дисплей, емкая батарея на 5000 мАч. Но технически это уже смартфон почти что флагманского уровня. Потому что Galaxy A33 отличается по-настоящему водонепроницаемым корпусом и профессиональными камерами, которые поддерживают оптическую стабилизацию и позволяют снимать видео в формате 4К, в том числе на фронталку. Вот этим вот очень мало кто может похвастаться. К тому же памяти тут насыпали от души – целых 128 гигабайт. И что удивительно, стоит такое удовольствие совсем недорого. Цены в магазинах периодически меняются, поэтому для вашего удобства в описании видео есть несколько ссылок, по которым можно проверить текущую стоимость смартфона из этого топа. В одной ценовой категории с Galaxy A33 находится Realme 9. Этот телефон прежде всего впечатляет потрясающей фотокамерой с разрешением 108 мегапикселей. Сенсор Samsung HM6, кстати. Четкость и детализация фотографий просто нереальные. Достойный камерафон. Также мне нравится щедрая комплектация Realme 9. В коробке есть все, что нужно. Зарядка, кабель плюс чехол и защитная пленка. Приятно, что компания Realme не жадничает, как некоторые. Ребята, это был последний относительно компактный смартфон в моей подборке. Дальше только лопаты. Кто хочет размер поменьше, выбирайте между Realme 9, Galaxy A33 и Redmi Note 11. В 2022 году Samsung очень порадовал качеством своих бюджетников. Даже ультрадешевый Galaxy A23 имеет весьма солидные параметры. 90-герцовый Full HD экран с ударопрочным стеклом Gorilla Glass 5, 50-мегапиксельная камера с оптостабом, поддержка быстрой 25-ваттной зарядки, адекватный процессор Snapdragon 680, благодаря которому телефон вообще не лагает и тащит все игры. Уверена, что ребенок будет в восторге от такого подарка. Далее в нашем топе лучших смартфонов для детей расположился Redmi 10 NFC, который сочетает в себе оптимальные характеристики по доступной цене. Это довольно красивый аппарат, оснащен громкими стереодинамиками, которые способны заменить портативную колонку. Аккумулятор Redmi 10 спокойно выдерживает целый день беспощадных нагрузок и параллельно может работать как пауэрбанк.
например, для подзарядки Bluetooth наушников. Realme 9i – очередной универсальный всесторонне развитый телефон с разумным ценником. Позволяет использовать карту памяти и проводные наушники. Комплектуется мощным блоком питания на 33 Вт. Очень эффективно выглядит. Дизайнерам Realme всегда удается придумать что-то особенное. Экран на 6,6 дюймов достаточно большой, удобно играть и смотреть видео. Камеры с приличным разрешением. Фронталка на 16 мегапикселей, основная на 50. Ну все, на этом у меня закончились телефончики с плавным дисплеем 90 Гц. Оставшиеся три модели предлагают классические 60 Гц. Глядя на Galaxy A13, так сразу и не подумаешь, что это тоже бюджетник. На вид он убедительно косит под флагманы Samsung. Да и свойства у A13 весьма нескучные. С завода предустановлен актуальный 12-й Android, объем памяти 64 гигабайта, оперативка с возможностью виртуального расширения до 6 или даже до 8 гигабайт. Дисплей защищен бронестеклом Gorilla Glass 5. Время автономной работы легко достигает 2 дней. Смартфон Realme C35 рассчитан на нетребовательных пользователей, хотя собран с учетом всех современных стандартов. Главная камера на 50 мегапикселей, экран обязательно Full HD, батарея по традиции на 5000 мАч, и памяти хватает на все 4 на 64 гигабайта. Причем накопитель скоростного формата UFS 2.2. Процессор не слишком мощный, Unisoc Tiger T616, но годится для игр на низком графоне. А больше всего для детей, по-моему, подходит миниатюрный Apple iPhone SE 2022. Это самый натуральный флагман, только маленький. Итак, диагональ дисплея составляет крошечные 4,7 дюймов. Водонепроницаемый корпус изготовлен из стекла и металла. Есть беспроводная зарядка. Сканер отпечатков Touch ID и работоспособный в России модуль eSIM. Кроме того, на борту iPhone SE имеется камера с оптическим стабом и топовый мобильный суперчип A15 Bionic. Друзья, спасибо за просмотр! Текущие цены на смартфоны из этой подборки можно проверить по моим ссылкам в описании. Если видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайк. Пишите в комментариях, какой телефон, по-вашему, лучше подходит ребенку. А чтобы не пропускать наши новые видео с полезными штучками для детей и родителей, подписывайтесь на канал и тыкайте в колокольчик. Всем удачных покупок и чудесного настроения!